Близится садово-огородный сезон. Традиционно в это время перед сотнями ивановцев встает проблема выбора семян и саженцев для посадки. И дело даже не в разнообразии сортов, а в качестве посадочного материала. Чтобы осенью не было неприятных сюрпризов, весной специалисты Россельхознадзора усиливают внимание к продавцам, реализующим семена. Было проведено около 80 мероприятий в местах активной торговли, это на рынках, в несанкционированных местах торговли, в торговых павильонах. Было выявлено около 700 пакетированных семян овощных культур, а также 600 килограмм лука севка и картофеля семенного без документов, удостоверяющие сорт, также происхождение, также было не установлено. Продавцам в случае, когда продукция не соответствует установленным стандартам, грозят серьезные штрафы. Но чтобы быть абсолютно уверенными в качестве семян, покупатели перед их приобретением должны убедиться в том, что они сертифицированы. Предоставить документы по требованию торговец обязан по закону.